Перед вами уникальный экспонат. Вот так выглядела боевая колесница, самая древняя в мире. Такие колесницы индоевропейцы делали 4000 лет назад. На них они сражались с врагами, завоевывали новые территории, расселяясь по бескрайним просторам Евразийского континента. Но есть и еще один удивительный факт. Остатки такой колесницы были найдены на Южном Урале. Никто из ученых даже предположить не мог, что индоевропейцы и здесь оставили свой след. В 50-х годах прошлого века археологи обнаружили в Турции остатки древнего города Чаталбуюк. По одной из версий, его населяли индоевропейцы, предки большинства современных народов Евразии, в том числе славян. Здесь же, в Турции, ученые нашли остатки древней колеи, по которой когда-то проехали сотни телег. Однажды Чаталгуюк стал тесным для людей. Они двинулись дальше и основали новые мощные цивилизации на территории современных Ирана, Туркмении, Индии и России. Великая степь. Сотни и тысячи километров. Равнины. Разнотравье. Многие годы считалось, что на Южном Урале в древности могли обитать только дикие кочевые племена. И вдруг сенсационная находка. Вслед за колесницей здесь были найдены остатки древнего города, который перевернул представление ученых о путях движения и эволюции индоевропейских народов. И чем больше его изучают, тем больше тайн и загадок. Аркаим. Каждое лето сюда приезжают тысячи туристов. Но по-настоящему увидеть древний город удается лишь единицам. Ведь для этого нужно над ним взлететь, в буквальном смысле слова. Сегодня у нас есть уникальная возможность снять Аркаим с высоты птичьего полета. Я уже не раз видел снимки Аркаима с воздуха, и тем не менее волнуюсь, каким он окажется на самом деле, именно сейчас. Сейчас узнаем. Впервые летчики обнаружили Аркаим еще в 1957 году, но решили, что это секретный военный объект. Так что по-настоящему открыли город лишь 30 лет спустя. В 1987 году школьники обследовали эти места в составе небольшой археологической экспедиции и заметили на земле странные рвы, образующие круг. Я в это время сидел в Челябинске, принимал экзамены. Открываются двери, наши молодые люди, которые руководили отрядом, с восторженным видом приносят мне такой план, набросок от круглопланового поселения. В
тот момент, когда это было обнаружено, конечно, это был взрыв. Вот, взрыв понимания. Ничего похожего мы не видели. Оно и сейчас нет ничего похожего. Самое впечатляющее из всего этого – масштабы. Для нас это масштабы, конечно, совершенно гигантские. С первого дня над Аркаимом нависла страшная угроза. В конце 80-х было принято решение строить в этих местах большекараганскую оросительную систему с огромным водохранилищем. Степь вместе с древним городом должны были уйти под воду. Спасти Аркаим удалось чудом. Это же степь, вода – это все. Людям нужна вода. Вопрос ставился о том, а как сохранить этот памятник. Чтобы отстоять, надо было быть на месте. Надо было здесь, день и ночь, жить. Понимаете, для того, чтобы спасти этот памятник. Прошлое или будущее? Жизнь далеких предков или насущные потребности современного человека? В схватке интересов победила история. Едва обретенный Аркаим устоял, не исчез. Построил Аркаим. Однозначного ответа у ученых нет. Однако многие исследователи склоняются к тому, что это были представители индоевропейской языковой семьи, далекие предки современных славян. Сегодня от города остались только основания, фундаменты, занесенные землей. Но благодаря работе археологов и современным IT-технологиям у нас есть возможность увидеть, как выглядел Аркаим 4000 лет назад. Два круга крепостных валов, внешний и внутренний. Вдоль них жилые помещения, дома, объединенные друг с другом, как спицы в колесе. Архитектурная законченность Аркаима – первое, что бросается в глаза. Раньше считалось, что строить города по плану первыми научились древние греки. Но Аркаим, возникший раньше, ничуть не уступает древнегреческим городам-полисам. Идет разговор не о количестве населения, а идет разговор о главном, о планировочных решениях. Здесь все размерено абсолютно. Здесь не упущено ничего. И этим планировочные решения Аркаим отличаются от известных нам других планировочных решений древнего мира. Почему древние жители Южного Урала построили Аркаим в форме круга? И для каких целей он использовался ими? Версии есть разные. Когда-то прямо вот здесь стояла внешняя стена города. Сегодня она частично восстановлена. При раскопках ученые установили, что стена была шириной приблизительно 5,5 метров. Такой же была ее высота. То есть это значительное оборонительное сооружение. Вывод напрашивается сам собой. Аркаим – это крепость, которую построили люди для защиты от внешних врагов. В
пользу оборонительной и защитной версии говорят не только мощные стены, но и некоторые другие архитектурные особенности города. В Аркаим ведут несколько ворот. Перед северо-западными воротами ученые обнаружили лабиринт. А внутри вход резко сужается. Возможно, это было сделано специально, чтобы запутать неприятеля, а потом запереть его в мешок и быстро уничтожить. Круг – идеальная форма для крепости. И она тоже вроде бы указывает на оборонительную функцию валов. Но! Есть одно «но». Мы ведь не видим следов войны. У нас нет никаких следов того, что это штурмовали, что обстреливали. У нас нет жертв. У нас в могильниках все лежат живые, здоровые. Все умерли здоровыми. Это правда, действительно, следов военных конфликтов ни на Аркаиме, ни на других подобных поселений нет. Это, конечно, загадка, для чего такие колоссальные оборонительные сооружения строились и поддерживались, при этом они в порядке. Аркаим был построен примерно 4000 лет назад. Однако люди на Южном Урале жили и до этого, кочевники-дикари. По одной из версий, жители Аркаима были пришлым населением и построили мощную крепость, боясь нападения со стороны кочевников. Но места в степи хватило всем. Крепость превратилась в мирный город мирных людей. Есть еще одна гипотеза о назначении и круговой форме города. Версия только одна, у меня. Это модели Вселенной. Это нам сегодня достаточно квартиры. Да? А древнему человеку надо было свой дом, свое жилище, нужно было поместить в космос. И надо было построить вот тот мир, который в космосе, его надо было построить на Земле. Ученые заметили, круговая структура города удивительно напоминает изображение мандалы, главного сакрального символа буддийской философии, означающего Вселенную, круг жизни. Аркаим является отражением этой же идеи в архитектуре. Стена одного жилища является одновременно началом другого, а все вместе они замыкаются в круг и отражают идею гармонии космоса в человеке и человека в космосе. Изучая устройство города, ученые заметили, что в каждом жилище обязательно есть ритуальный очаг, где приносили подношения богам. По версии Здановича, этим и объясняется круговая форма Аркаима. Храм? Он у меня дома, он у меня в душе. И Бог должен найти дорогу ко мне. И я не только эту дорогу жертвоприношением в дом отслеживаю, но я создаю модель Вселенной, чтобы Бог узнал, где мой дом. Я строю свой дом и свой город для Бога. И зажигая ритуальный огонь в очаге, призываю его к себе. Таким же смыслом, пафосом, проникнуты обращенные к богам гимны из двух самых древних эпосов в истории человечества – индийской Ригведы и иранской Авесты. Столь разительное совпадение древних текстов с архитектурным замыслом Аркаима заставило ученых задуматься. Авеста была записана где-то в 9 веке до нашей эры в Иране, а Ригведа, в 14 веке на территории Индии, где-то в долине Инда. Вы представляете разницу, да, какой разброс? Но тексты абсолютно одинаковые. Я убежден, что древнейшие пласты Ригведы и Авесты, они создавались здесь.
Согласно версии Геннадия Здановича, Аркаим мог быть точкой исхода иранских и индийских этносов. Они покинули его во втором тысячелетии до нашей эры, но сохранили память о прародине в мифах и легендах. А теперь, внимание, главный вывод. Индийские и иранские этносы относятся к индоевропейской языковой семье, а это значит, что Аркаим тоже был основан индоевропейцами. В пользу индоевропейской теории происхождения Аркаима говорит и круговая форма города. Поклонение солнечному божеству – краеугольный камень древних религий индоевропейских народов. Солярные знаки – основа их культуры, их творчества. Аркаим – это круг, а круг – это солнце. Ученые уже давно обратили внимание на это совпадение и предположили, что Аркаим могли построить именно солнцепоклонники, то есть индоевропейцы. Многие исследователи пошли еще дальше. Они считают, что Аркаим – это обсерватория под открытым небом, где люди вели наблюдения за солнцем и другими небесными светилами и фиксировали их в архитектуре города. Так, по одной версии, внешний круг города – это солнце, а внутренний – луна. Некоторые доказательства в пользу этой версии тоже есть. У нас есть прекрасный археологический памятник, это так называемая свастика или трехлучевая звезда на горе Маячная, недалеко от села Черкасов. И если стоять на Аркаиме в день летнего солнцестояния, то солнышко оно будет сходить как раз у подножия этой горы Маячной, подниматься по ней постепенно, и как раз в месте нахождения этой трехлучевой звезды оно будет отрываться от этой горы и далее идти по небосводу. И, собственно, в этом археологическом памятнике наши археологи как раз и видят установку, вот определенную точку на горизонте, что древние, возможно, здесь обозначили этот восход солнца в день летнего солнцестояния. Идеи о связи древнего города с космосом оказались востребованы не только в научных кругах, но и в массовом сознании. Аркаим открыли всего лишь 30 с небольшим лет назад, а вокруг него уже сложилась целая мифология. Главной достопримечательностью Аркаима, помимо самого городища, является гора Шаманка, которую также называют Лысой. В день летнего солнцестояния сюда стекаются тысячи людей. Считается, что в момент восхода солнца здесь происходит очищение души, а загадочные желания исполняются. Место силы. Особая энергетическая зона, как только Аркаим не называют. Его открытие совпало со сложной эпохой в истории России. Старые советские ценности умерли, новые еще не родились. Аркаим заполнил этот духовный вакуум. Предстал тем утраченным раем, который люди вновь хотят обрести. Аркаим, он возвращает человека в некое языческое состояние. Нужно это исследовать, нужно пытаться это понять, вот я считаю, с нашей точки зрения, и нужно давать человеку эту возможность обратиться к первозданной природе, обратиться к небесным светилам, там, к стихиям воды, воздуха, там, неба, травы, земли. Международная слава досталась Аркаиму заслуженно. Однако это не единственный древний город на Южном Урале. В 40 километрах от Аркаима находится еще одно столь же древнее поселение – Сарым-Саклы. Мы первые, кому удалось его снять. Аркаим, Сарым-Саклы,
ученые нашли на Южном Урале уже больше 20 древних поселений. Все вместе они получили красивое название – «Страна городов». Границы страны четко определены. Это междуречье – Урала и Тобола. 300 километров с севера на юг и 250 с запада на восток. Я летал в Перу над знаменитыми линиями Наска, и сегодня мы пролетели над страной городов. Я могу гарантировать, что это выглядит не хуже. Линии городов читаются четко и ясно. Это действительно впечатляет. У ученых нет сомнений. Все эти города построены в одно и то же время, одним и тем же народом. Значительная их часть – такие же круглые, как Аркаим. Но есть поселения и другой формы – овальные, прямоугольные. Форма городов могла отличаться, но внутри они были устроены одинаково. Двойной ряд стен и цепочки жилищ, которые как соты лепятся друг к другу. Площадь квартир была внушительной – от 100 до 180 квадратных метров. В каждой из них жили по 8-10 семей, представители одного рода. В Аркаиме и других городах были развиты ремесла. В каждом доме был хозяйственный отсек, мастерская. Женщины лепили посуду, об этом говорят многочисленные обломки керамики, ткали, а для мужчин основным занятием, видимо, было кузнечное дело. Плавка металла – сложный технологический процесс. Владислав Савин и Иван Семьян занимаются экспериментальной археологией. Сегодня специально для нас они попытаются выплавить по древнему рецепту бронзовый наконечник. Первый этап – строительство печи. Такой же, какой пользовались жители Аркаима. Ну вот мы и закончили строительство нашей печи. Это очень важный этап технологический. Сейчас мы будем закладывать топливо, будем устанавливать меха. Ну и, конечно, печь нужно обжечь, чтобы она прогрелась и была готова к выплавке металла. Перед обжигом печь должна просохнуть. Поэтому на ночь пришлось сделать перерыв. Следующий этап – подготовка руды. Как и древние жители Аркаима, Владислав и Иван дробят ее на мелкие кусочки. Синие и зеленые прожилки и есть медисодержащая руда. Все остальное – пустая порода, мусор. Руду для плавки Владислав и Иван привезли с рудника Ташказган. У городища степное. По одной из версий, жители страны городов уже научились добывать руду открытым способом и брали ее в том числе и из этого рудника. Вторая точка зрения, что они на тот период еще не вели добычу таких в крупных масштабах, а были какие-то небольшие, ну так скажем, поисковые партии горных рабочих, которые ходили, искали вот выходы медной руды, собирали ее и приносили. Измельченная руда готова. Теперь нужно разжечь печь и несколько часов безостановочно работать мехами, чтобы создать в печи нужную температуру. И вот, наконец, свершилось то, что древние считали магией, чудом. Серый камень превратился в небольшие слитки желтого металла. Это чистая медь. Но состав точно химический, там, до 10%, я, конечно, не могу сказать. Но то, что тут более 95-97% меди и какие-то примеси, которые находились в руде, это совершенно точно. Чтобы получить готовые изделия, древние кузнецы опять плавили медь до жидкого состояния и заливали в специальные формы. За два дня работы у нас получился всего один маленький наконечник. Но такие усилия древних мастеров были оправданы.
если как бы представить на наше время, то это самые передовые, самые новейшие технологии, да и как бы владение которыми даже в то время выдвигало какой-то вот конгломерат племен на ведущие позиции вот в какой-то их обжитой Айкумене. В поселениях стран и городов ученым удалось найти множество изделий из бронзы. Это значит, что металлургия играла важную, если не главную роль в жизни аркаимцев и была одной из основ их процветания. Кроме множества обычных печей, ученые раскопали в Аркаиме и несколько уникальных. Эти печи построены рядом с колодцами и соединены с ними специальными воздуховодами. А на дне этих колодцев археологи обнаружили кости домашних животных. Казалось бы, явная бессмыслица. Зачем в чистый источник бросать грязные кости? Однако, по одной из версий, это еще одно доказательство в пользу того, что Аркаим и страну городов населяли индоевропейцы. Дело в том, что кости, брошенные на дно колодца, никак попало, а выложены кругом. И, скорее всего, еще при строительстве. А это явное свидетельство, что это не просто источник, а ритуальный объект. Но в чем заключался этот ритуал? Ключом к разгадке этой тайны стал миф о рождении бога Агни. Согласно легендам, бог Агни родился от воды. Устройство аркаимских колодцев легко объясняет этот парадокс. Воздух, идущий из колодца, от воды поднимался наверх, в печь, и, раздувая огонь, рождал бога Агни, которому люди поклонялись и для которого клали на дно колодца кости. То есть это жертвоприношение. Это не что-то, это не закрепление колодца. И не просто жертвоприношение. Это, конечно, жертвоприношение не в воде, а это жертвоприношение богу огня. Бог огня, который родился из темной таинственной воды. Кольцевая форма южноуральских городов. Поклонение солнцу и огню. Удивительное совпадение устройства аркаимских колодцев с древними индийскими мифами. Все это косвенные свидетельства в пользу того, что Аркаим строили индоевропейцы. Но есть и более веские доказательства. А найти их ученым помог вот этот могильник. Могильник данный, он находится по ту сторону реки Утиганки, то есть от самого поселения его отделяет водная преграда. И в этом вот многие наши археологи, они видят некую такую символическую преграду, когда мир живых, он отделен от мира мертвых. Как и сам Аркаим, могильник имеет форму круга. Внутри находится 13 ям, могил. В них ученые обнаружили остатки 28 погребенных людей. Сравнивая результаты раскопок на могильнике и в самом Аркаиме, ученые столкнулись с одним любопытным противоречием. В самом городе не найдено следов социального неравенства. Судя по всему, это был город свободных людей, преимущественно ремесленников. А вот на могильнике ситуация иная. В центре расположены богатые могилы со множеством даров и украшений, а по бокам – бедные, где кроме, собственно, костей ничего нет. Налицо зачатки социального расслоения общества. Мертвые играли важную роль в культуре жителей Аркаима.
Люди рыли большие могилы, целые многокамерные мавзолеи. Погребальный обряд также растягивался на много дней. Аркаимцы закалывали жертвенных животных, устраивали пиршества. Рядом с умершими клали украшения, еду, оружие. В древности было два основных способа погребения мертвых – трупосожжение и трупоположение. Благодаря тому, что жители Аркаима не сжигали, а хоронили тела умерших, сохранились костные останки. Современные технологии позволяют реконструировать внешний облик человека по форме черепа. Ученые так и сделали. Результат их ошеломил. В плане антропологическом, если мы берем наши материалы, да, делаем реконструкции по черепу, внешнего облика этих людей, это абсолютно люди европеоидного облика, ничем по сути не отличающихся от современных европейцев. Мне очень понравились эти лица, очень понравились, но я уверен был, что они должны быть такие. Не все ученые с этим согласны, но версия об индоевропейском происхождении стран и городов на сегодня является основной. Скорее всего, это именно они, индоевропейцы, пришли сюда, построили здесь города, развивали ремесла и науки, постигали тайны Вселенной. На Южный Урал аркаимцы пришли не пешком. Недалеко от Аркаима есть речка Синташта. Еще в 70-е годы ученые обнаружили в ее окрестностях отпечаток колеса со спицами и остатки колесницы, самой древней в мире. Специально для нашего фильма умельцы из Челябинска построили аркаимскую колесницу. На первый взгляд это просто повозка. Но для древнего человека это был настоящий технологический прорыв. До этого люди использовали сплошное, сделанное из досок, колесо, а передвигались на телегах, запряженных быками. В отличие от колесниц, они двигались очень медленно. В данном случае объединились два важнейших для человека того времени изобретения – одомашнивание лошади и повозка. Вот вместе они совместились только в колеснице. До этого получалось, что, ну, не получалось это сделать. И, конечно, возможности увеличились. Это маневренный экипаж, очень быстрый, ну, может использоваться военным образом и прочее. Я думаю, это был психологический шок для человечества, для мира. Это был психологический шок, подобный тому, как мы сегодня летаем на ультрасовременных самолетах, там, осваиваем космическое пространство. Колесницы быстро становятся достоянием всего человечества. Но их изобретение ученые почти единодушно связывают с индоевропейцами. На Южном Урале найдены остатки 20 колесниц. Ученые считают их самыми древними в мире. А это еще одно, очень веское доказательство, что Аркаим населяли индоевропейцы. Это именно обеспечило индоевропейцам движение.
Индоевропейцы как бы мгновенно появляются на всем пространстве, на евразийском пространстве и на малоазийском, средиземноморское пространство. Индоевропейцы несли на своих лошадях, на своих колесницах, они разносили свой язык, да, они разносили своих богов. Они строили здесь города-крепости, остатки которых сохранились и 4000 лет спустя. Но они не задержались здесь надолго. Ученые выяснили, время жизни Аркаима примерно 300 лет. Потом люди покинули город. И, видимо, его сожгли. По одной из версий, покинуть город людей заставила экологическая обстановка. В середине второго тысячелетия до нашей эры климат на Урале стал меняться. Начались засухи, выгорели пастбища. Степь уже не могла прокормить страну городов. И люди ушли на новые земли. Ученые рассчитали примерные пути миграции жителей Аркаима. Один людской поток, скорее всего, направился на юг, в Индию и Афганистан, где вскоре возникли новые очаги индоевропейской цивилизации. Второе наиболее вероятное направление – запад. В Поволжье и на Дону найдены курганные могильники, похожие на аркаимские. Покинув Южный Урал, аркаимцы влились в общий индоевропейский котел, чтобы спустя время переплавиться с другими племенами и дать начало уже современным этносам и народам, в том числе славянам. Они ушли, а Аркаим остался и сохранился до наших дней, чтобы в очередной раз перечеркнуть представление людей о прошлом и не дать оборваться цепи, которая соединяет нас с нашими предками. Мы знаем о них слишком мало и строим здания на песке, пытаясь выяснить, какими они были. Но звенья цепи наших знаний прирастают, и круг жизни предков наших предков проступает все отчетливее, соединяя прошлое с настоящим, а настоящее с будущим.